2 та 3 червня у Дніпрі пройде фестиваль тріатлону. Змагання матиме міжнародний формат. Будуть розігрувати Кубки Європи серед професійних тріатлоністів та юніорів. Окрім європейських країн, заявлені команди з США та Бразилії. Дадуть показати себе і аматорам. Любителі стартуватимуть на спринтерській та олімпійській дистанціях та в рамках естафет. І заздалегідь маю повідомити, що з 1 по 3 червня буде тимчасово перекрита Січеславська набережна. Дороги будут перекрыты и 1 июня в связи с тем, что по требованиям Европейского триатлонного союза спортсмены должны пройти тестовую тренировку, ознакомиться с трассой. Поэтому 1 июня с 11:30 до 12:30 будет перекрыта Сечеславская набережная от цирка до Мерефа-Херсонского моста, от Мерефа-Херсонского моста набережная Победы до Института физкультуры и улица 6-й стрелецкой дивизии. Эти же улицы будут перекрыты, к сожалению, а для спортсменов, к счастью, с 11:00 до 19:30 2 числа и 3 числа с 8:30 до 14:30. Кубок Европы – это рейтинговый старт, поэтому могут принимать любые участники со всего мира. То есть рейтинг идет не только европейский, но и мировой. Призовой фонд достаточно тоже высокий, это тоже рекордная цифра, почти 500 000 гривен. Кроме элиты, кроме Кубка Европы, мы проводим старт среди любителей, среди аматоров, которых около 200 человек участников. Соревнования детской триатлонной лиги, около 150 участников. Соревнования между паратриатлетами, людей с ограниченными возможностями.